Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Если вы слышите снова эту музыку, то значит мы продолжаем проходить Gold War. Присаживайтесь поудобнее. Не знаю, будет ли третий стрим по этой игре. Приглашайте друзей, ставьте лайки, готовьте чайчик, кофеечек. Сразу предупреждаю, что стелсом я проходить не буду, потому что противники стали более жестче. Я понимаю, что некоторые скажут: о, ты можешь стелсом проходить, но было бы вообще таким образом 10 стримов. Так что я не хочу, я хочу пройти сюжет, особо не напрягаться, так что приглашайте друзей, готовьте чаечек, кофеечек. А мы, в принципе, погнали, полный вперед, я громче сделаю музыку, просто у меня она почему-то громкая, а в игре нет. Ну, то есть... Вы поняли, погнали. Так, следующий... Прошлый раз. Вот я не пойму, почему все равно игра с таким FPS. Я не пойму, в чем прикол. Почему-то FPS прям значительно начал выседать. Мне это что-то не очень-то нравится. Нифига. Вроде уже и разрешение поменяли, вроде бы оно... Угу. Так. Какого хера он косит, я не пойму, блядь. Блядь, серьезно. Выстрелами, блядь. Блядь, серьезно, я так не играю, нахуй. Какого хрена столько хп, блядь? Блядь, какого хуя ты не умираешь? Чё игра так приседать начала, я не пойму. Чё тут за херовая оптимизация, блядь? Ёбаный ты в рот. Блять, я чувствительно что-то какая-то, блять. Я не пойму. 8, блять. Поставь 1-2, я не знаю. Блять, все тормозит. Какого хера?
Да блядь, чувак, иди сюда тогда, ёбаный да. рот. Зайди в дверь, блядь. Бесишь. Да. А это с какой стороны этот? С другой? Я не пойму, что за неоптимизация, блин. Игры просто. Это просто обосраться. Чё? Лестница типа с обоих сторон, да? Блять, падает FPS, то падает, то поднимается. Блять, реально уже определитесь, с какой стороны что и как. С этой что ли стороны улицы? Ну да. А нет, точнее там улицы какие-то. Какое-то у меня нехорошее предчувствие. Средняя аптечка. Да блять, пиздец, что так ХП приседает? Обосраться просто. Ну, по-моему, через этих уродов надо идти, да? Или нет? Чё-то я уже не припоминаю. Да. Так, подожди, это что, банка? Банка, которая нахер не нужна, да? Не, туда, в принципе, можно было, по-моему, проникнуть, но... Типа, смысла нету. Понятно. Понятно, что нихера не понятно, да? Так, а мы взяли у них калаши? Да, взяли, но не перезарядили, да? Так, а что можно сделать? Только вопрос, на что? На что были бронебойные эти? Патроны. На пистолет? Походу, что на пистолет. Блять, я не представляю, почему FPS нахуй падает. Чё, блять, за прикол?
Это просто какой-то обосраться момент. Через коробки. А там что? Типа тут нахер все позакрыто, да? Ебать, ты еще, блядь, выдыхаешься нахуй, как этот. Черт. Пластиковая бутылка. Банка. А. Это здесь, походу, будет, да? Блин, я пропустил этого урода. Блин. Ну если бы я его там убил. Кто здесь? Спи спокойно. Ага. Блин, а их убивать нельзя. Твою мать. Ах ты сука! А чё, в этот раз был этот засранец, что ли? Так, патроны КК. Эй, подожди. Так, а что там, опять пластиковая бутылка? Так, стоп, а... Так, а давай сделаем глушитель, наверное. Контейнер с повязкой. Блять, обосраться тут это, а не оптимизация. Еще так напряжно, сука, тикают эти часы. Тик-тик-тик-тик-тик, блять.
Капец. Я опять не тем путем походу иду, да? Обосраться. Какой объект, блядь? Где ты объект видишь, сволочь? Так. Чё, блядь, патронов не хватает? Каких? Где обычные патроны, блядь, возьму? Тем более пистолету. Так. Сейчас попробуем. Вопрос. Вместе весело шагать по простору. Внимание, объект! А, им же нельзя эту свернуть шею. Блядь, я и забыл. Опять патроны КК. Текс. О, маленькая аптечка. Неплохо. Хоть что-то на халяву получили. И шурупики. Так, я не помню, аж тут что-то будет. Так, ну я могу пропустить только эту. Так, а где я среднюю аптечку профукал? Здесь, что ли? А, ну да, большую аптечку я здесь профукал, да? Фу-фу-фу. Так. Ну ладно, если... мы можем, почему нет?
Так. Эфир, кефир, да? Да ничего тебя не будет, урод. Хватит орать. Он так орёт, блядь, что все нахуй испугаются. О. Аля показалась. Да, походу показалось. Так, ну тут еще один вход вниз есть. Да я правда не помню, в этот низ нам или в тот низ. Походу не в этом, да? Блять, это печаль. Фу-фу-фу. Миссия вроде как не особо сложная, но вот то, что бегать, это, конечно, на любителя. По локациям я имею в виду. Пипец. Так. Бегать по локациям особо не в кайф. Как говорится. Походу нам в этот низ валить. Эфира, походу, у нас полно. Как кефира. Так. Надо, наверное, сохраниться. Так. Чё? А, не здесь, чуть дальше. Вот здесь. Так, парализующий заряд. Может его попробовать использовать? А ну-ка. Икс. Я слышал. Блять, в смысле я проебал? Как можно проебаться на таком простом? Что это за шум? Что это было? Кажется...
Блять. Серьезно, я должен их всех убить? Бляха-муха. Подожди. В принципе, можно их усыпить. Потому что на них тратить патроны, ну, такое себе. О, батарея. Я б не заметил батарею. О. Отлично. Блин, я надеюсь, мы тоже не зря сюда идем, нет? Да реально не помню, что делать-то. Так, запчасти. Повязка. Нам почему-то указан склад. Доберитесь. Хорошо. Блять, серьезно, просто добраться, блять, до склада. Блять, почему мне никто не говорил, что просто до склада добраться, блять? Так, подожди, я хочу... Один из шести. Так. Просто с ним до склада добраться, да? Ну это логично. Да. Да. Хорошо. Ты идешь? Да. Хорошо. Да. Ну. Да. Ну вот, мы в безопасности. Что теперь? Запись допроса Сони пропала, а остальные доказательства сгорели в сейфе Боринского. По-моему, пора сматывать удочки и быстро. Тихо. Кто-то идет. Попадешь ты в неприятности с таким характером, товарищ. Когда Вася сказал мне, что ты натворил, а будет знать, как трогать мои сигареты. Я его предупреждал. Да он теперь неделю не выйдет из госпиталя, после того, как ты огрел его по голове. И все из-за какой-то сигареты. Никто не смеет трогать мои сигареты. И он никому не скажет, иначе будет еще хуже. Зато теперь вместо Васи нам подсунули этого лоха. Никто его не знает. Все, что о нем известно, это то, что он дурак. Ха, дурак, ты еще и калека. Я слышал, у него рука сломана. Наверное, тоже таскал чужие сигареты. Ага. Ну, скоро выясним, что он за солдат.
Группа прикрытия скоро уходит. Сначала ему стоит научиться покупать себе сигареты. Прикрытие? Прикрытие чего? Хороший вопрос. Если ребята Боринского входят в эту группу прикрытия, значит, это как-то связано с его планами. Я должен попасть на этот транспорт до отправления. И как ты думаешь это осуществить? Ведь ты не солдат этого подразделения. Они говорили про какого-то новичка, которого они еще не видели. Ага, новичка со сломанной... Ты, должно быть, шутишь. Кто бы мог подумать, что моя рука так пригодится. Надо найти этого парня и снять с него форму. Сомневаюсь, что он отдаст ее добровольно. Что ты предлагаешь? Топать за ним по пятам, пока он не отправится в душевую? Я думаю, тут нужен более продуктивный подход. Так, добавлена новая цель, да? Такс. Что нам надо сделать по... Так, найдите с... А где он шляться будет, вопрос. Так, стоп, а если мы сделаем вот так... Он же прям под нами получается, да? Походу, что да. Давай, просыпайся. Ты еще там? Да ёб твою мать, в смысле? Как я должен, блядь, был успеть? Куда мне, блядь, его прятать? Где ты, сука, шляешься? Выходи с поднятыми руками. Что? Блять, да что за хуйня? Как вы, блять, сможете, блять, с такой... Пидорасы.
пидорасы, блядь. Маленькая аптечка, блядь, серьезно. Анестетик. Так, подожди, анестетик это... Два эфира. Еще один анестетик. Так, это что? О, как раз эфир. Отлично. Так. Угу. Кто-то там решил все-таки походить, да? Сейчас бы водочки. Да-да-да, чувак, будет тебе сейчас водочка. Ага, еще раз. Один анестетик. Так. Мне бы еще знать. Так, запчасти нам больше не нужны. А как нам добраться бы до солдата? И другой вопрос, куда? Мне интересно. Так. Там один хрен был или несколько? Все-таки два хрена, да? Так, ну по-моему, где два хрена? Сюда идти, не надо было сюда идти.
Вообще пластиковая бутылка в принципе нужна. Только у нас повязка, да? Угу. По факту это значит не на улице. По факту. Так. А если это не на улице, то это значит где-то сзади. А если это где-то сзади... Отлично. Пособирали эфир. Так, а для бронебойных патронов что нужно? Боеприпасы. Быстрая перезарядка камеры. Отвлекающее устройство. Рентгеновский заряд. Есть батарея на рентгеновский заряд. А, у нас даже 4 батареи. Хоть что-то. Так. И глушитель у нас есть, да? Анестетик.
Блин, я надеюсь, это не тот мужик, который это... Это было бы печально. Если бы это был тот мужик. Нифига себе, теперь сюда, пригодилось. Сюда, помогите! Блин, это точно, этот реально будет тот мужик. Вот это было неожиданно. Сюда, сюда, помогите! Так, мужик. Хватит орать. Значит, это тот мужик, да? Так. Он готов. Снимай с него одежду. Забирай все, шлем, документы. Картер, найди парня со сломанной рукой. Картер, убей спецназовца. Картер, притащи труп. Что Боринский собирается делать с бомбами? Он готовит путч. Переворот с целью захвата власти. Теперь я уверен. Я долгое время наблюдал за ним. Он хочет избавиться от президента и занять его место. С помощью бомб он сможет шантажировать президента или передать их террористам, неважно. Что бы он ни сделал, это приведет к изоляции Советского Союза от остального мира. А в условиях тотальной враждебности Боринский станет главным кандидатом на место президента СССР. Людей будет просто убедить в том, что стране нужен крепкий кулак военного. И никакой больше перестройки. Перед отправкой группы прикрытия, скорее всего, будет на заднем дворе. Я должен срочно попасть туда. А мне что делать? Тебе придется выбираться самому. Прости, Картер, но я ничем не могу тебе помочь. Если меня обнаружат, все будет потеряно. Так, значит, Грушков решил переодеться в спецназ, присоединиться к небольшому отряду Боринского, покидающего тюрьму Лубянки. Мне остается лишь удалиться, но как же мой материал? Да. Миссия «Побег».
Наконец-то я выберусь отсюда ко всем чертям. Было бы все так просто выбраться. Миссия побег. Так. А чё, мы отсюда опять начали? Не зашибись. Так. Ну да, какие-то враги появились. Еще непонятно откуда. Так, один хрен. Ага, вот и боеприпасы. Стоп. Теперь нам нужно через улицу перейти, серьезно? Твою же мать. Так. А кто откуда идет и ползет? Проверяю. Ёпарасете. А как же я через... Четверых-то пройду, блядь. Да, блядь, это нереально. Как это пройти, блядь? Как это, блядь, пройти? Ёбаный в рот. Пиздец. Наконец-то. Это реально пиздец. Блять, как? Я
троих только убил, блядь. Это нереально, вот реально это нереально. Каким боком, блядь, их убить? Блять, нереально четверых уложить. Отряды А и Б, доложите обстановку. Просто свалите. Отряды А и Б, доложите обстановку. Может четверо, блин. Чё, единственный вариант РЯ? Так, ну уже лучше. Может быть. Но не факт. Ладно, как-то странно сделано. Так. Ага. Внимание, объект. Какой объект, блядь? Там же никого. Кто бы там проверял? Надеюсь, ты не спишь на посту? Так. А вот это уже интересно. Как? Серьезно? Сейчас бы водочки. Так. Кажется, у нас проверяю. Очень близко. А, мне нужно перекурить. Да, блядь, нахуй ты пошел. Получи. Проверьте за углом. Блядь, ты кто?
ёбаный в рот. Серьезно, я столько трупов сделал? Так. Ты еще там? Блин, я не знаю, сохраняться или нет. Ну пусть это будет это сохранение. Я найду тебя. Проснись. Что случилось? Ничего не случилось, дебил, блять. Любопытные все, блядь. Так. Горы трупов. Так, ладно. Не смешно ни хера. Патроны. А, то есть это тело мы обыскивали, да? Да, 18 патронов тоже не жирно, я бы сказал. Так, подожди. 2, 3, 2. Ну, в принципе, жить-то можно. Блять. Ох, у меня наушники спадают. Секунду. Фух. Так, ну жить, в принципе, с такими ситуациями можно. По факту. Так что, наверное, мы все-таки сохранимся. Так, попробуем обыскать еще. Что-нибудь подыскать. Ага. Так.
А, нам Лубянку покинуть можно и так еще. Во как. Так. Так. Ага. Так. А тут один челлендж будет или нет? Так, с меня эта камера, походу... А, ну хотя подожди, если мы ее сейчас отключим... Хотя подожди. Ага, средняя аптечка. Так, отлично, полдела мы практически сделали. Так. Кто здесь? Так. У него только банка, да? Угу. Банка, склянка. Так.
Чё? А. Ладненько. Ага, пластиковая бутылка, значит, одна, да? Угу. Окей. Пластиковая бутылка лишней не бывает. В принципе, по факту. Так, подожди, а на что батарея используется? А, ну это что тогда получается? Ну да. Довольно оригинально. Такс. Погнали тогда отсюда нафиг. Мы могли, конечно, использовать то помещение по факту. Но я не вижу, походу, в этом смысла. Ага. Тыкс. Ага. Блин. Что-нибудь подозрительное? Нет. Ага. Их там, оказывается, еще и двое, да? Надеюсь, ты не спишь на посту? А, мне нужно перекурить. Икс, боеприпасы. Отлично. Да блин, чё он тело не обыскал? Товарищ президент, вы должны мне поверить. Я никогда не обманывал вас. Все, что я говорю вам, чистая правда. Да, товарищ президент. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Но Боринский все это подстроил. Да, это действительно безумно, но я видел, как Боринский отдает приказы спецназовцам. Он действительно собирает ядерные бомбы в Чернобыле. Подумайте об этом, товарищ президент.
Я всего лишь прошу вас устроить внезапную проверку на атомной станции. Боринский не сможет скрыть от вас следы операции. И вы убедитесь в том, что я говорю правду. Спасибо, товарищ президент. Вы приняли верное решение. Вы не пожалеете. Нет, к сожалению, я не могу вам этого гарантировать. Но мне кажется, что мы увидимся. Так что, мы отправляемся в Чернобыль? Картер, а ты что здесь делаешь? Тут полно спецназовцев. Убирайся отсюда, живо! Так. Анестетик. Так. Серьезно? Мне не нужна пластиковая бутылка. Хотя подожди, если я сейчас... Сколько мне там нужно? Через что? Так, ну валим тогда через тачку. Ладно, хватит приключений. Выхожу за ворота и сматываюсь отсюда. Никаких больше Боринских, допросов, КГБ, никаких бомб. И никакого материала. О чем ты думаешь, Картер? Надо быть полным психом, чтобы сунуться на атомную электростанцию, захваченную сумасшедшим. Хотя это был бы материал на первую полосу. И, возможно, даже на Пулитцеровскую премию. Эй, знакомая машина! Это же чайка Боринского, которую он сбил меня. Ага, отличный план. Добровольно забраться в багажник Боринскому и отправиться на очередную поездку. О чем я только думаю? Я просто напрашиваюсь на неприятности. О, это же моя зажигалка. Как она здесь оказалась. Приехали, наконец. Утомительное путешествие. Найди начальника службы безопасности Бондарчука. Пусть немедленно отправляется в конференц-зал. Как прикажете, товарищ Боринский. Начальник службы безопасности? Похоже, разговор будет интересным.
Незваный гость. Ага. Чернобыльская электростанция выглядит внушительно, отличный образец советской инженерии. Кажется, что она простоит века. Ну-ну. Да. Вот так прикол. Незваный гость. Незваный гость попросит кость. Так. Это ты? Странно. Я думал, там кто-то есть. Странно. Что это? Вот так и начало. Изначал. Такс. Поймаем его, товарищи! Подожди. Чего ж ты так незвано-то и негаданно? Что-нибудь подозрительное? Нет. Так, надо просто успеть. В укрытие. Да в смысле, я скосил? Да что за хуйня? Что с этой игрой не так? Почему я кашу, блядь? Это пиздец какой-то. Блин, давай быстрей.
Да блин, ну... Отлично, блядь, наконец-то. Так. Ага, эфир. Эфир почти как кефир, да? Так. Закрыто. Черт! Похоже, мне нужен ключ. Так. Извини, мужик. Мы тебе сделаем укольчик, чтоб ты поспал. Так. Да хреном хрен. Ты кто еще такой, блядь? Пиздец. Так, надо тело подпрятать. Куда-нибудь. О, блин. А. Так. Что, серьезно, что ли? Так, а если мы сделаем вот так? Отлично.
Так, подожди. Тут у нас что? Ага, тут у нас какое-то помещение. Я, конечно, в русском не силен, но, кажется, здесь написано «конференц-зал». Похоже, мне нужен пропуск, чтобы открыть дверь. Ребят, наверное, я вас сюда отправлю. Идите сюда нахер. Чтоб вы там очнулись. Чё? Охренеть, если бы я еще знал, что тут делать. Это не то. Просто офигеть. Так, хорошо, если это не это, то значит... Походу вот это, да? Батарея. А.
Закрыто. Черт! Надо найти другой путь. Ага. Батарея 2. А это что? Товарищ Макаренко, новые пропуска наконец прибыли. Они в комнате охраны. Зайцев. Понятно. Следующая остановка — комната охраны. Может, им не стоит хранить все яйца в одной корзине? Эй, кодовый замок! Так, стоп, а что там еще можно? Батарею еще одну создать? А ну-ка. Еще одна батарея. А ну-ка. Так, теперь только пластиковая бутылка одна. Так, а что там? А, обычные боеприпасы. На пластиковые пули. Ну ладно. Так. Окей, пластиковые пули. Так. Я забыл, на что тратится эфир. А эфир тратится на тряпку с эфиром. Стандартная эфирная мина. Да ёб твою же мать! Блядь, эти наушники и кресло. Так, ну чё, одну создать, что ли? Так. Пальто. Текст.
Снова куча. А если мы не можем открыть, то что нам делать? Подожди. Так, а что делать? Найдите в комнате охраны пропуск. Подожди, а это ж... Или это здесь комната охраны? Серьезно? Есть. Да, интересненький поворот, ебучий в рот. Подожди-ка. Что-то я банку не заметил. Ага. Камера. Здесь кто-то есть? Нет тут никого. Так, не значит не вариант идти, да?
по факту. Ага. Надеюсь, ты не спишь на посту? Сейчас заметен, блядь. Ты в порядке? Поднимайся! Куда ты, сука, драпанул, мразь? Блять, вас еще и двое, сука. Пожалуйста, не делайте мне больно. Сюда, сюда, помогите! Да пошел ты нахуй, уебок. Анестетик. Серьезно? Так. Да, камеру мы уничтожить не можем, да? Но она есть. Да. Мы убили чувака тут и двоих там, да? Ага, понятно. Отличия хоть какие-то были по факту. Турбинный зал. Ага, с другой стороны получается, да?
Но это там внизу, где мы были, да? Эфир тоже непонятно, да, для чего. Так, а бронебойные патроны мы как можем сделать? Ладно. А этот путь куда ведет? Никуда? Внизу дверь. Реально слепандя. Эй! Похоже, это крыса. Средняя аптечка как раз нету. Так. Прости, чувак. Но ты не входишь в наши планы. Так, подожди, а для рогатки анестетика что нужно? Эфир как раз. Ладно. Так.
Так, куча анестетика, средняя аптечка. Как раз много приколюх. Так. Тут просто, да? Окей. Ты не сможешь прятаться вечно. Блин, там такие Рэмбо, я просто офигеваю. Да. Так. О, блин. Откуда этот хрень появился? Хотя подожди. Давай попробуем все-таки. Раз пластиковая бутылка. А, стоит. Сейчас бы водочки. Черт! Боеприпасы и монетки. Так, подожди, а на бронебойные что нужно? Шурупы и... Понятно, мы не можем. И где же он? Эй, ты что? Давай, просыпайся! Отлично. Один, значит, готов, да? Кого нет?
Да-да-да. И не буду. Маленькую аптечку. Так-с. Так, та хрень все равно, значит, не откроется, да? В комнате переговоров. А, понятно.
то, что медленно делать, это вообще дурдом. Вроде игра прикольная, интересная, но, блин, как же все тут медленно, сука. Что? А, спрятаться. Заходите, товарищ, заходите. Василий Бондарчук, начальник службы безопасности Чернобыля, прибыл по вашему приказанию. Нет нужды в официальном тоне, Василий. Как прикажете, товарищ полковник. Надеюсь, я могу рассчитывать на полное содействие с вашей стороны. В чем дело, товарищ полковник? Почему здесь только спецназовцев? Меня ни о чем не предупреждали. И не должны были. Это вопрос исключительной важности. Исключительной. Президент? Давайте просто считать это делом чрезвычайной важности, товарищ Бондарчук. Как вам известно, здесь проводится сверхсекретный стратегический эксперимент под прямым руководством КГБ. Сегодня эксперимент будет завершен. И все вернется на круги своя. Откровенно говоря, я надеюсь, что этого не произойдет. Думаю, нам стоит ожидать решительных перемен, товарищ Бондарчук. Решительных перемен. Товарищ Боринский, вас к телефону из командного центра. Срочно. Иду. Итак, я могу рассчитывать на ваше полное содействие, товарищ Бондарчук? Разумеется, товарищ Боринский. Ага. По следам жертвы. Во как. Так. Просто следить за Боринским. Ну, все как обычно. Слежка. Слежка, да? Так, подожди, в смысле? Подожди, а чё, это миссия на время, что ли, или чё? Так, это мы прошли. Так что? А, вот, по следам жертвы. Походу. Да? Вот, а тут еще прилично. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ого, еще же 14 миссий аж. Да, еще прилично ее проходить.
кто-то видел. На помощь! Да ёб твою мать, а как? Чё-то я, блядь, нихера не пойму, по следам жертвы, блядь. Пиздец миссия, конечно, обосраться. Баринский слушает. Что? Как он мог сбежать? Ну, у меня под носом Картеру не удалось бы спрятаться. Тоже мне. Итак, теперь у нас два беглеца. Что делать? Стрелять на поражение. Объявить их во всесоюзный розыск. Выполняйте. У меня звонок по второй линии. Баринский слушает. Они еще не готовы? В чем дело? У меня жесткое расписание. Я не могу здесь говорить, Тимошенко. Я переключу вас на кабинет начальника безопасности. Оставайтесь на линии. Мы сейчас продолжим разговор. Да, хорошо. Да ёпа, раз это, подожди. Какое-то у меня нехорошее предчувствие. Через верх попасть.
Да в смысле, блядь? Какого хера ебать? Блядь, мне кто-нибудь... Что-нибудь подозрительное? Нет. Да ебический случай, как это проходить? Какое-то у меня нехорошее предчувствие. Так, нужно в темпе это все делать. Давай, проползай, блядь. Кто это? Черт, наверное, я устал. Блять, вы идиоты, что ли, или чё? Ебать, какого хера? Фух, терпение, 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 терпение. Да блять. Кто там? Никого. Кто там? Не знаю, вроде бы никого. Давай, поворачивайся, ёпот твою мать. Кто идет? Тимошенко? Ваши оправдания меня не волнуют. Сколько зарядов уже готово? А остальные? Они немедленно должны быть активированы. Почему Соня Яковлева не активировала остальные? Ваше отношение к делу меня утомляет. Встречаемся внизу, у входа в реакторный отсек. Ага.
Сюда, сюда! Это ты? Нет тут никого. Черт, наверное, я устал. Кто там? Так, батарея. Так, еще один разговор. Капец. Блять, орал. Ёб твою мать, я не пойму нихуя. Дерьмо. Помогите! Вызовите охрану! Пожалуйста, не делайте мне больно. Пиздюк. Так, его надо отвезти. Так. Ага. А, дальше. Сюда, сюда, помогите! Офигеть. Товарищ Бар... Тимошенко, объясните мне, почему Соня не активировала оставшиеся заряды? Вы сказали, что она вам нужна. Я доставил ее с Лубянки, что, надо сказать, было не так-то просто. И в чем проблема? Она все еще без сознания. Что? Разве она не приходила в себя? Нет, а активировать заряды может только она. Где она? Надо привести ее в чувство и заставить активировать заряды как можно быстрее. В конце концов, в могиле у нее будет время отдохнуть. Ага.
Товарищ Боринский, служба безопасности докладывает, на станции посторонний. Как это? Вот снимок камеры наблюдения в кабинете. Картер? Вы знаете, кто он, товарищ? Скажем так, один старый знакомый, с которым нам пора повидаться. Найдите и арестуйте его. Да, товарищ. А, черт. Да. Там кто-то есть. Никого нет. Ладно. Так. Он, значит, идет по станции, этот ублюдок. Оцепите зону и закройте двери. Надо попасть туда, прежде чем двери захлопнутся. Это ублюдок. В смысле? Еще и за время, блять, вы серьезно? Оцепите зону и закройте двери. Надо попасть туда, прежде чем двери захлопнутся. Это кто? Откройте эти двери. Простите, товарищ, но у нас возникли технические трудности. Вам следует воспользоваться аварийным выходом. Тупица! Болван! Срочно починить, пока я лично не поджарил вам пятки! Есть, товарищ! Ага. Он, значит, забирается наверх, да?
Так, нам нужны аптечки. Средняя аптечка. Нифига. Опа. Так. Идет. Никого. Thank you.
Ага, все-таки надо было наверх валить, да? Ладно. Потрясающе. Здесь кто-то есть? Это ты? Кто здесь? На помощь! Сволочь. Помогите! Помогите! На помощь! Да. Жалко их сбрасывать, блять, нельзя. Как они бесят, эти черти. Ага, попасть только таким вариантом можно, да? Один хрен там ходит, да?
любознательных хрен. Да. Эфир тоже взять не можем. Вот же черт. Если бы я еще знал, где это. Играть со мной. Тебя слышно? Иди сюда, сука. Так, батарея, давай еще одну сделаем. Хоп. Угу.
ладно. Так, пластиковая бутылка и эфир, да? Запутался, куда идти, что с игрой происходит. Почему мы можем слезть оттуда? Серьезно? Да. Что нам в натуре слезть надо вниз? Так, стоп, а если мы вниз слезем, то куда попадем? Красота, сколько тут этих нычек-то. Ага. Хорошо, куда этот путь идет? Ага. Окей. А куда ведет этот путь? Мисс Яковлева? Соня, вы в порядке? И что мне теперь делать, черт побери? Кажется, самое время позвонить старине Грушкову. Грушков! Грушков! Грушков, ответь! Картер? Никогда не думал, что скажу это, но я рад тебя слышать, Грушков. Ты уже в посольстве? У меня нет времени. Я проник в Чернобыль. Я тоже. Что? Я здесь, на станции. Тут Соня, но она под воздействием наркотиков. Дурак! Что ты тут делаешь? Я же сказал тебе... Знаю, но я подумал, что тебе может понадобиться помощь. Завязывай. Опять ты суешь свой нос куда не следует. Тебя ничего не волнует, кроме газетных заголовков. Слушай, без меня бы ты не выбрался с Лубянки, так? Значит, мы в одной связке.
Что с Соней? Она без сознания. Похоже, ее накачали наркотиком правды. Приходил Боринский. Ему нужно, чтобы она закончила работу над бомбами, которые еще не активированы. Уже нет. Что? Она ему не нужна. С ним только что связался его шпион из Кремля. Он знает, что сюда едет президент с инспекцией. Поэтому он решил погрузить имеющиеся бомбы и на этом закончить. Если он успеет сделать это до приезда президента, то мы окажемся в полном дерьме. Надо забрать эти бомбы и показать их президенту. Соня знает, где они находятся. Отличная мысль, Эйнштейн. Но она не в том состоянии. Есть идеи, как привести ее в чувство? Ей нужен укол адреналина. На станции есть медицинский кабинет, и там должно быть все необходимое. Посмотрим. Правда, даже если я найду адреналин, я вряд ли смогу что-то сделать. Картер, Боринский знает, что президент уже выехал. Некоторые бомбы активированы, некоторые нет. А Соня все равно не сможет их активировать. Она ему больше не нужна. Именно. Боринский непременно пошлет кого-то устранить ее. Тебе надо отнести ее в медпункт и там сделать ей укол. Отлично. Так я совсем не привлеку внимания. Где находится медпункт? Пройди через реакторную, а затем иди прямо по коридору. Рядом с грузовым лифтом есть лестница. Поднимайся наверх мимо офисов. Медицинский кабинет на втором этаже. Конечно. Не мог же он находиться за углом. Так. Как доберешься до медпункта, сделай ей укол адреналина. Когда она придет в сознание, спроси ее про активированные бомбы. Мы должны найти их, прежде чем их заберет Боринский. Не уверен, что мы успеем вовремя. Я постараюсь выиграть тебе немного времени. Я возьму на себя людей Боринского, пока тревоги не объявляли. Но я предупрежу, если они начнут тебя искать. Это не займет много времени. Так-с. Так-с. То паяш я, по-моему, не смогу поднять. Тут они вроде закрыли все, да? Вот же, блин. Так, может это сначала устранить? Что-нибудь подозреваете?
подозрительное? Нет. Кто идет? Тебя слышно? Пошел в жопу. Ты ублюдок, блядь. Что это за хрен заорал? Картер, Боринский напомнил человеку убить Соню. Ты, блядь, ублюдок, где ты, сука, появился, мразь тупая? Значит, эту шлюху надо забирать. Такс. Пипец, конечно, уровень. Просто обосраться. Проснись! Что случилось? Да ёб твою мать, блядь! Что еще за ублюдки тут? Ты еще там? Ходит, блядь. В
Сюда, сюда, помогите! Сука. Это не смешно. Хватит играть со мной. Тебя слышно? Это не смешно. Тебя слышно? Хватит играть со мной. Тебя слышно? Смешно. Тебя слышно? Хватит играть со мной. Это не смешно. Блин, сколько тебе нужно убить, чтобы спокойно существовать? Стоп, я хочу создать еще одну. А, понятно. Окей, не создадим. Так.
сделать укол. Так. Так. Ёб твою же мать, какого хуя? Блять, кто ее убил нахуй? Какой ёбок это сделал? Кто там? Thank you.
Вот какой урод ты сделал. Так. Да, тогда неудивительно, почему так получилось. Профессору зайти, блядь. Да. Кстати, я, по-моему, да, тот трупак не обыскивал. Надо вот этого черта обыскать. Короче, ничего он нам не дал, да? Ну... Я так и знал, что этот уёбок там. Вот же сука пидорас. Да ёб твою же мать, ну что за Касабланка тут, а?
все геморройное, ебать на хуй. Ебать, какого хуя вопрос? Чем я должен был стрелять, блять? Та самая парадная дверь. Ну хоть за пластмассовой бутылкой сходил. И то хорошо. Они начинают что-то подозревать. Всплыло твое имя. Они посылают еще одного человека. Берегись спецназовцев. Мне нужно перекурить. Весело живется пятачку. Да, тяжелая миссия.
проверим теорию. Я слышал. Похоже, я что-то обнаружил. Эй, ты что? Давай, просыпайся. Да блять. Да в смысле? Насколько это работает, блядь? Я слышал. Похоже, я что-то обнаружил. Эй, ты что? Давай, просыпайся. Больше вы, блядь, не проснетесь, черти. Блять, схуяли это только этого. Эй. Блять, опять я с телами путаюсь, подожди-ка. О, май факин гад, подожди-ка. Я схуй. Этот мне жестко за все отомстил, да? Ладно. Бронебойные все равно сделать нельзя, да? Или можно? 29. Только 29, да? Ладно. А, все закрыто, кроме лифта, что ли? А нет, кроме двери. А, подожди-ка. Значит, там все-таки кто-то будет. Ну, окей. Ёбаный ты бот, блядь, схуяли ты там оказался, ты кто, блядь? Средняя, блядь, аптечка. Так, стоп. Да, у этого маленькая была аптечка, да. Так, у этого средняя аптечка в случае чего. Ну не факт, что она нам может понадобиться. Валим. Быстрее валим.
Вот они где оказались. Да блин. Так, что-то слишком... Какое-то у меня нехорошее предчувствие. Офигеть просто. Капец тут телепать. Просто офигеть. Я думал, что будет коротко, но оказалось нихера не коротко. Охереть. Показалось, наверное. Так. Ага. Да блин, какое, в смысле, взять тело? Какое-то у меня нехорошее предчувствие. Так. Ага. Чёрт! Да ёпарасы ты, блядь. Так, это ещё хорошо, что... Средняя аптечка.
Так. Угу. Да, сейчас, думаю, уже будем завершать. Сейчас, наверное, миссию пройдем. Все это, конечно, круто, интересно и прикольно, но... меня уже немножко заколебало. Стелсом все проходить. Тут миссии проходятся долго из-за того, что стелс. Если б не стелс, миссии были быстрей. А так одна миссия, ну реально, где-то, блин, проходится 40 минут, наверное. Возможно. Ну, наконец. У меня сейчас спина отвалится. Мэтью Картер, я был в мавзолее. Вы тот наемник? Нет, всего лишь простой репортер. Послушай, у нас мало времени. Здесь, в Чернобыле, Боринский изготавливает бомбы. Ты это обнаружила ведь, так? А, да, он изготовил несколько ядерных бомб. И ты хотела передать доказательства Грушкову и президенту? Да. Послушай. Боринский собирается использовать бомбы, как только подвернется возможность. Он понял, что его план под угрозой раскрытия. Но, будучи хитрым подонком из разведки, он воспользовался ситуацией, чтобы избавиться от тебя и Грушкова. Он организовал мое присутствие на встрече и обвинил меня в попытке покушения. Все мы должны были в итоге оказаться под расстрелом. Где мы? В Чернобыле. Боринский привез тебя, чтобы ты активировал оставшиеся бомбы. Я никогда не сделаю этого. Это уже не важно. Мы убедили президента отправиться сюда на инспекцию, поэтому у Боринского нет на это времени. Отлично. Президент увидит своими глазами, чем занимается Боринский. К сожалению, Боринский узнал о визите президента. Он хочет забрать готовые бомбы и исчезнуть. Мы должны задержать его. Так ты знаешь, где находятся бомбы? Нет. Отлично. Мы в полной заднице. Не совсем. Впервые я взломала компьютер Боринского из старой серверной комнаты. Если бы мы смогли туда добраться, я бы попыталась сделать это снова. Возможно, там есть информация о том, где хранятся бомбы. Старая серверная? Где это? Угу. Ага. Затмение. Ты знаешь, как отсюда добраться до старой серверной? Надо пройти мимо кабинетов, затем пробраться через турбинный зал. И дальше прямо по коридору. Тогда вперед. Нам надо... Картер? Грушков? Они знают, что Соня исчезла и что ты на станции. Боринский подозревает, что ты приложил руку к ее исчезновению. Он перекрыл все кодовые двери и послал за тобой спецназовцев. Будь осторожен. Какие еще кодовые двери? Если мы хотим попасть в серверную, нам надо пройти через три... Нет, четыре кодовые двери. Подозреваю, что все они заперты. Надо что-то придумать. Ну, извини. Я исчерпал запас хитрости на сегодня. Есть идеи? Нужно замкнуть предохранители. Стоит попробовать. Где их найти? Не знаю. Где-то в кабинетах. Из медпункта есть выход в вентиляционную шахту. Можешь им воспользоваться. Возьми рацию, будем держать связь. Угу. Понятно. Вот, значит, как у нас все выходит, да?
замкнуть предохранители, чтобы открыть кодовые двери. Во как. Так, понятненько. Угу. Маленькая аптечка. Понимаю. Так. Угу. Затмение. Прям как затмение солнца, да? Такс. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, на этом можно завершить этот стрим. В принципе, этот стрим был, ну, более-менее интересный, но весь этот стелс и все в одних локациях, мало роликов. Ну, в принципе, это очевидно, и сюжет продвигается потихонечку, а так все происходит в одних локациях. Но, в принципе, мне тоже было интересно. Надеюсь, вам тоже было интересно. Надеюсь, следующий стрим будет финальный, потому что за этот стрим я устал. Надеюсь, третий стрим будет финальный. Так что ставьте лайки, приглашайте друзей, не забывайте про колокольчик, подписывайте, дружочек. Ну а с вами был Казуко Фэмили, всем до новых встреч, всем всего хорошего. Вот, с наступлением грядущего лета. Вот, с ночи до рассвета. Ну а всем до скорого и всем, наверное, пока-пока. Так что до свидосик. Дорогие друзья.